Да, привет, Миша. Привет, Гер. С днем рождения. Спасибо. Я тебя разбудил? Да нет, я проснулся. Угу. Сон такой странный приснился. Будто я нашел доказательства. Только вспомнить не могу. Отвлекись, оно само вспомнится. Мы с женой едем на коньках кататься. Поехали с нами. Нет, сегодня желание поработать. Потом зайдем стейки поедим. Развеешься и вспомнишь свое решение. Не, спасибо, но давай в другой раз. Гер, ты уже год не влазишь никуда. Я понимаю, тебе нелегко, но мы как бы волнуемся за тебя. Со мной все в порядке. Осталось решить одно уравнение, но пока граничные условия не сходятся. Давай на друг по другой на следующей неделе. Ну, смотри, если надумаешь, приезжай, адрес скину. Угу. Давай. Гер, спускайся обедать. Кать, собирайся. Да, сейчас. Пап, а что ты делаешь? Работаю. Опять задачки решаешь? Да, Кать, не мешай мне. Пап. Папа. Ну, пап. Ну что, Кать, ты все равно не поймешь. Пойму. Нет. Иди собирайся, сейчас мама пойдете в кино. А ты с нами поедешь? Нет, не поеду, занят я. Ты никогда с нами не гуляешь. Ну что еще, Катя? Расскажи про задачку. Хорошо. То, над чем я работаю, называется пространственно-периодические области. Вот смотри, это колыбель Ньютона, демонстрирующий закон сохранения энергии. Энергия от первого шарика передается к последнему через те, что посередине, а потом заново к первому. Процесс повторяется. Если бы не трата энергии, процесс повторялся бы вечно. Или если их кто-то не остановит. Ну, может и так. Или может случиться так, что их и не удастся остановить. Тогда не видно, что там внутри. У меня просто не было невидимой коробки. Ты пытаешься изобрести невидимую коробку? Нет, я пытаюсь доказать существование таких областей пространства, где волновая функция, ограниченная на них, принимает простой периодический вид. Вот. Короче говоря, все, что происходит в них, обязано произойти снова. Вокруг них нет никакой коробки, но вероятности вокруг устроены так, что ничто извне не сможет изменить ход событий в этой области. И найти их невозможно. Поняла или не поняла? Ну вот, смотри.
Короче, если ты знаешь, с какой скоростью движется частица элементарная, не знаешь, где она находится. А если ты знаешь, где она находится, то ты не знаешь, куда она полетит. Если бы мы нашли такую коробку невидимую, мы бы сделали эксперимент. Мы бы измерили координату элементарной частицы, затем ее импульс. И тогда бы мы о системе узнали больше, чем нам позволяют законы природы. А это невозможно. Понимаешь? Пап, а я тебе тоже задачку придумала. Вот, ты ее не сможешь решить. Жать. Иду собираться. Давай. А если кто-то найдет коробку шариковой, вот не такой умный, как ты, не сможешь провести эксперимент? Кать, я кому сказала? Гер, поехали с нами. Погода такая прекрасная. Слушай, а можно мне закончить уже работу? Каждые 5 минут меня дергаете. Ну, Катя на дачу просила для того, чтобы проводить с тобой больше времени. Все, завтра куда-нибудь сходим, все. Хорошо, как всегда. Завтра. Окей. Кать, поехали. Да, сейчас. Получаем энергию слишком низко. Если применить обмен оператор к третьей компоненте, то получим гладкое решение. Если бы вы знали, что я сейчас сделал. Ваша Вселенная базируется на нескольких математических уравнениях. Если найти ключ к свойствам этих уравнений, можно понять, как устроена Вселенная. Я нашел этот ключ. Если наше пространство локально периодично, у каждой точки найдется такая окрестность, что волновая функция, ограниченная на нее, будет периодична. Эти окрестности зацеплены между собой, образуя геометрический узор, единый в любом масштабе, для любого процесса. Короче, изучая эволюцию звезд, можно предсказать ход радиоактивного распада неизвестного вещества. В биржевых курсах и сейсмической активности видна одна та же закономерность.
Если весь мир — это театр, то я заглянул за кулисы. Пап, а ты решил мою задачу? Час ночи, чего тебе? Я решил задачу. Катя год назад случайно подсказала мне. Катя? Катя, только сейчас вспомнил, уравнение следует, что должны существовать локальные периодичные системы. Более того, я нашел способ их обнаружить. Алло? Алло, слышишь Алло, меня? Алло, слышишь меня? Алло, Герман. Гер. Алло. Гер, связь пропадает. Алло. Гер, я тебя плохо слышу. Алло. Гер. Миш, ты пропадаешь, алло. Слышишь, да. Ладно, короче, долгая история. Завтра приеду, расскажу. Повтори. Алло. Алло. Слышишь меня? Да, приезжай. Катя будет очень рада. Кто будет рад? Алло. Да, я тебя слышу. Связь прервалась. Поздравляю.
Тогда завтра увидимся. Интересно послушать, что ты там напридумывал. Да, пока. Срочно приезжай ко мне, я попал в беду. Привет, Герман. Тут какая-то чертовщина происходит. Я тебя разбудил? Будил? Ты слышишь меня, Миш? Я не шучу. Отвлекись, оно само вспомнится. Мы с женой едем на пикап кататься. Своим услом. Алло, меня зовут Герман. Пришлите наряд. У меня проблемы. Беспокоит вас следователь. Братков, необходимо мне вообще представить, что есть ваша супруга. Это с дочкой попали в дорожно-транспортное происшествие. Они на месте происшествия скачали. Да, моя система знали спасибо больше, чем нам позволяет законы природы. А это невозможно.
Гер, привет. Папа! Ты не рад нас видеть? Вы же не настоящие. Я не знаю. Но мы очень скучали по тебе. Ты что, по нам не скучал, пап? Конечно, скучал. Теперь ты с нами точно погуляешь. Кстати, Гир, с днем рождения.